До финала добрались все участницы предыдущего тура. Кого-то отсеять у жюри духа попросту не хватило и не мудрено. Беспристрастных Монако не осталось. Даже ведущий конкурса красоты Юрий Шибанов, по собственному признанию, выбрал фаворитку в самом начале. Ее и поддерживал. Жаль, не смог повлиять на результат. У меня есть фаворитка. Это 13 номер. Ее зовут Анечка. Вот я за нее внутренне болею. Вот, надеюсь, что она хотя бы второе, а может быть и первое место займет, потому что она классная. Все должно быть искренне, уверенный член жюри Лариса Камбур. Выступление, дефиле эмоций – это и будет оценивать жюри, что уже оценило творческий подход участниц конкурса красоты. Для молодой девушки всегда есть чем удивить и женщину, и мужчину, и вообще публику. Это такое создание божественное, которое просто красиво, а уже когда что-то выполняет какие-то конкурсы, задания, это всегда интересно. И снова модельное мастерство. Весь вечер участницы демонстрировали гостям конкурса себя и новой коллекции Сергея Посадских бутиков. Доказывали, эффектно выглядеть можно в любом костюме, будь то зимние чуни или изысканный вечерний туалет. Одними модельными талантами жюри, правда, не убедить. Решающим конкурсом стала импровизация. Тут можно и интеллект продемонстрировать, и ораторским искусством блеснуть. Я золотой ключ, и во мне находятся 3 огромных бриллианта. Я открываю разные замки. Большие, маленькие. Также я еще могу служить отмычкой. Волнительный момент – объявление результатов. После длительного подсчета баллов выяснилось, и джентльмены в жюри предпочитают блондинок. Корону королевы красоты и путевку в Монако получает Юлия Сидорюк. Ты по праву заслужила неделя в Монако на лазурных берегах. Все девочки молодцы. Я бы всем дала первое место и поехала бы лучше в подмосковный санаторий, но все вместе. Мы во время конкурса все очень сильно сдружились, все переживали друг за друга. И, ну, я считаю, то, что Юля заслуживает эту победу. Владислав Протопов, Антон Коврижных, День города.